Ой, доброе утро. Время 8 утра, жарище. Опять, наверное, 35 будет. Ну что, я вчера весь день провалялась со своей тахикардией. Сегодня встала, сердце болит, а на почту ехать надо. Да, видно, перенервничала, своих провожала. Вот и... Да еще жара эта. Так что приехала на почту. Ой, сейчас ехала в маршрутке. Не могу. Я тебе как привыкнуть не могу. Татарочка разговаривала по телефону. Вот у нее так интересно. Третья часть по-русски. Еще, значит, одна треть по-татарски. Остальное матом. Так это как-то смешно. Причем это она с сыном разговаривала. Так, что-то галочки мои сегодня нету. Ну что, отправила я в Мичуринск, в Москву Никишина Ирине. Так, Элимус, фамилию не написала. Не знаю, фамилию надо сейчас ей звонить. Купила еще пакетов. И ба-бам! Мне пришла из Нижнекамска посылка. Так что будем распечатывать. Спасибо огромное. Интересно. Тезка моя прислала мне посылку. Вот идешь, а сверху абрикосы валятся. Висят. Но я хочу сказать, в прошлом году их больше было. В прошлом году прям все было увешано. Что-то опять это Эльвира моя не берет трубку. Стоит автобус на Симферополь. Так. Я звоню второй раз. Эльвирочка, ну как же вам с автобусом отправить, если вы трубку не берете? Звоню третий раз, что делать? Здравствуйте! С третьего раза я дозвонилась. Эля, вот сейчас пойдет автобус в 10:20. Он идет на Ялту через Симферополь. Надо что мне узнать, наверное, да, куда он приходит, у водителя.
Хорошо, сейчас я тогда вам перезвоню. Будет в 13:20 на ЖД. Да, да, но он говорит, что может, мало ли, пробка там или чего. Да, так, номер у него 369. Первая буква А, потом после номера буква Х и К. Все, короче говоря, я отправляю. Да не за что, ладно. До свидания. До свидания. Ой, жарище какая. Доплелась до любимого дворика своего. Сейчас схожу в магазин, поеду домой. Ну вот, три посылки я отправила, одну получила. Ну ладно, посидела, отдохнула. Пошли в магазин и домой. У меня там видео сохраняется. Я уже с утра видео сняла. Так, а что, дверь не открыта? Господи. Там девушка подходила, восхищается. Ну, красиво, конечно. Звонила Любашке Саранче. Она ведь кнопку получила серебряную за 100 тысяч подписчиков. Ой, как приятно. Прям так рада за нее. Это ведь какой труд. Это вот почти 3 года. Каждый день. Каждый день. Я уже по себе знаю, плохо ли тебе, хорошо ли, а ты идешь и снимаешь. Ой, а сколько гадостей начитаешься, наслушаешься. Так что, Любаша, вперед к золотой кнопке. А, что-то все небо заволокло. Дождик, что ли, будет? Ой, сразу прям так попрохладней стало. Ой, хорошо как. Ну что, вернулась я домой. Позвонила мне Марина. Сегодня где-то 6:00 вечера Костя с мальчишками будет у них в Москве. Ладно, слава богу. До Москвы доедут, там уже останется полдороги. Там еще до Саши доедут, до Питера. Ой, хоть бы дождичек пошел. Ой, как же жарко, тяжело. Есть не хочется. Пьешь, пьешь. Потом по тебе это все течет. Ой. Ужасно. Сейчас отдохну, и надо посылку распаковывать. А почему я вам сегодня показывала, что я отправила? Вы знаете, такие люди находятся. Мне уже писали несколько раз. Посылки она отправляет. На пенсию на свою. Видно, денег много. Да немного. А если уже взялась за это дело, то отправляю. Я вот пока у меня канал, там год сколько? Год 3 месяца. У меня уже целая пачка, что я отправляла. Вот есть же люди, да, сами вот судят по себе.
Сами, видно, такие, что никогда никому ничего не отправят. Сколько злобы в людях, господи. Ну ладно, подожду, может, дождик пойдет. Вот, ждали-ждали дождя. Наконец-то. А у меня наконец-то тоже начала цвести вот эта акация. Я не знаю, как она называется, но это акация какая-то. Ну что, это весь дождик? Даже на земле сразу высыхает. Ой, огрозились там, предупреждали. Жесткий еще. Град до 2 сантиметров. Угу. Громыхало, громыхало весь день. Куда-то все ушло. Сливы сколько. И она все падает и падает. Ждешь этого дождя, думаешь, хоть поливать не надо будет. Прямо. Что это за дождик? Сколько перчиков. Ой, виноградик уже какой стал. Прям много. Сколько все увешано. Это сколько. Жалко, мальчишки уехали. Я-то его не очень. И вишня вся на земле. Так а что, если ее не достать? Внизу обобрали, и то она уже пьяная была. А наверху вообще не достать на такой высоте. Куда же она? Ну, от такого дождика, мои дорогие, толку не будет. Все, вот он покапал на пыльных листочках, и все. И перестал. Рай-то у меня весь в винограде увитый до крыши. Ну давай, расходись, дождик, а. Полей хорошо, чтобы хоть не поливать сегодня. Так себя чувствую хреновенько. А все равно работаешь, чего? И в город ездила, и 2 видео сегодня сделала. Думаю, сейчас хоть дождик прольет. Я вместо того, чтобы поливать огород, полежу. Но он что-то никак не хочет. Ладно, мои дорогие. Пусть завтра все будет гораздо лучше и для меня, и для вас. Всего-всего всем хорошего.
Завтра опять на почту надо ехать. Да и рынок завтра цыганский тоже съездить надо. Пока-пока, мои дорогие.